А казахстанцы тем временем восхищаются выносливостью сельских женщин. В сети набирает популярность ролик, где келинки одного из аулов Актюбинской области тягают тяжелые гири. Причем делают это ловко и запросто. Под возгласы восхищенных зрителей одна из дам установила своеобразный рекорд, подняв гири 42 раза. Результаты других не менее впечатляющие – 40 и 13. Мы показали это видео профессиональному тренеру по пауэрлифтингу, и он изучил кадры и сделал свои выводы. Ну как, хоть они выглядят 8-16, но мне кажется, они где-то весят 4 килограмма максимум. Потому что нормальный физический человек подготовлен, даже на 30 раз очень тяжело ему будет 16 килограмм поднять. Но женщины сами по себе тоже очень сильные. Это движение, это очень сложно. Это поднятие гири. Получается, у вас напрягается плечо, плечевой сустав, кистевой сустав. И получается, толчковая сила должна быть.